Всем привет! В этом ролике мы будем следить за игроками сотого плюс уровня, посмотрим, чем они занимаются. Недавно я снимал видео, где я следил за игроками 50-го плюс уровня, поэтому вам такая темка понравилась, я снимаю следующую часть. И давайте на этом ролике наберем 150 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. А в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до 5-го уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, ребятки, давайте посмотрим. Сейчас онлайн у нас 248 человек. В принципе, не особо много. Но я думаю, кто-то в любом случае должен быть сотым уровнем. Таких людей, конечно, немного. То есть, ну, скачать сотый уровень реально это сложно. То есть, это должен быть какой-то старичок, скорее всего. Вот, вижу два игрока. Получается, Паша Север, 130 уровень. И Максима Коннор, 118 уровень. Поэтому давайте посмотрим, чем они, в принципе, занимаются. И посмотрим, чем у нас занимается Паша Север. Он находится у себя, скорее всего, в коттедже. У него 130 уровень, фракции нету. Наличные 5 миллионов, банк 10 миллионов рублей. Паша у нас просто стоит на месте, ничем не занимается. Я думаю, может быть, он таким образом и качал себе уровень. Так, здесь у нас получается Максим О'Коннор, 118 уровень, фракции нет. Наличные 820 тысяч, в банке 430 миллионов рублей. И он находится в банке выделения. Тоже просто стоит на месте, видимо, отошел, либо... Здесь у нас есть также Таня Леонова, но у нее 97 уровень, но сами понимаете, то, что это почти соточка, поэтому... Она тоже стоит в коттедже. Мне интересно, мы найдем игрока с большим уровнем, который реально будет что-то делать. Саша Север, 132 уровень, наличные 16 миллионов, в банке 14 миллионов. И он также просто стоит на месте. Я думал, то, что такие люди, знаете, ну, там, может, работают, может, там, что-то делают, катаются, там, развлекаются. Они просто стоят, понимаете, все, кого мы смотрели, они просто стоят на месте. Просто мне интересно, для чего они вставляют компьютер типа в АФК. Ну, типа, зачем они вставляют свои персонажи? Либо они уровень качают. Хрен его знает, зачем просто. Если как бы я не играю, если я там ушел, я просто комп выключил, все. Вот хотя бы один человек, который чем-то занимается, это Владимир Ханши. Но у него 90 уровень, как бы. Он был в прошлом ролике. Наличных у него, конечно, много. 900 миллионов наличкой. Вот он молодец, реально сидит, рыбачит. Умничка просто, реально красавчик. Работает, зарабатывает денежку, качает там скилл и так далее. То есть в этом плане он реально молодец. А остальные вообще ничем не занимаются, понимаете? Все. Тех, кого мы находили, у кого сотый уровень, все просто стоят на месте, ничем не занимаются. Тот материал, который вы видели, был записан почти месяц назад. То есть я еще месяц назад начал записывать данное видео. Но, к сожалению, в тот день никакого хорошего материала я не смог записать. Поэтому сегодня я делаю, в принципе, продолжение. Возможно, в этот раз что-нибудь поменяется. И мы посмотрим реально, чем занимаются игроки. Возможно, будут какие-то интересные ситуации, моменты и так далее. Ну что ж, ребятки, продолжаем следить за игроками высокого уровня. На очереди у нас Евгений, 106 уровень, ДПС 2 ранг, банк 423 тысячи. Евгений у нас просто бегает туда-сюда, не понимает, что ему делать, как бы. Ну то есть, да, я думаю, то, что либо это лудомана аккаунт, либо аккаунт просто после деактивации, поэтому у него ничего толком и нету. То есть, у него там 500 тысяч наличкой, у него есть Мерседес, скорее всего, просто ФТ-100. То есть, больше у него на аккаунте ничего нету. Ну, по итогу он просто вернулся обратно, то есть... Я не знаю, чем он занимается, что он делает. У них, походу, сейчас будет построение, кстати. Ну что ж, ребятки, следующий игрок. 138, блядь. Че такой долбоеб, сука? Вот кто меня, блядь, таким дебилом, нахуй, вообще? А, ну что ж, ребятки, следующий игрок, 138 уровень. То есть, я не знаю, как они такие уровни качают. То есть, я, допустим, играл там 3 года, по-моему, и у меня был там, по-моему, 90 уровень. А как можно вкачать 138, я не знаю. Либо он раньше крутил рулетку, потому что в рулетке раньше было XP. Возможно, он с помощью рулетки так очень сильно прокачал свой уровень. Либо он вообще не выходит из игры, ловит там каждый ПД и так далее. В данный момент он возит, я так понимаю, топливо на заправку. Скорее всего, возможно, у него есть заправка. Мы это, кстати, сейчас посмотрим. Ну, в любом случае, уже хорошо то, что он не стоит на месте. Он хотя бы чем-то занимается. Потому что, как вы видели, перед этим я следил за игроками. Это было месяц назад. То есть, я еще месяц назад хотел записать это видео. И вы сами видели то, что в основном люди с большим уровнем, у кого там сотые уровни, они в основном просто стоят на месте. А здесь хотя бы есть какое-то движение. Человек занимается хоть чем-то. Да, я угадал, ребятки. Это как бы его заправка. Он сюда везет топливо. То есть, пацанчик у нас бизнесмен получается. Опа, вот так вот залетает просто. Продает. Какой у тебя скилл разводчика, мне интересно? А, ему на меня похуй. Ему на меня просто похуй.
Просто похуй, понимаете? Просто чел отморозился и уехал. Ну что ж, ребятки, следующий игрок Максим Аконер, 119 уровень персонажа. И как я знаю, то что Максимка любит качать судимости, и скорее всего в данный момент он этим занимается. У него, по-моему, там уже 100 судимостей, у него там на канале есть видосики по поводу этого заработка. Если вдруг кому-то интересно, я думаю, вы сможете его найти. Вот этот игрок вообще просто не меняется, понимаете? Я месяц назад записывал видео, он, блядь, на этом же месте даже стоял, понимаете? Он, возможно, вообще, блядь, из игры не выходит, я не понимаю просто. Вот реально, вспомните просто тот фрагмент, я месяц назад начал записывать это видео, и он стоял в этом же месте, понимаете? Вот, блядь, этот фрагмент, понимаете? Он на этом же месте стоял, понимаете? Но у него был парашют. В этот раз у него, конечно, парашюта нету. Ну это вообще пиздец, это очень странно, ребята. Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео. Да, к сожалению, игроки высокого уровня, они толком ничем не занимаются. Как вы видели, 90% таких игроков, они просто стоят на месте и ничем не занимаются. То есть они оставляют компьютер и тем самым качают уровень, фармят денежку там и так далее. То есть они толком ничем не занимаются. Но, ребятки, что получилось, то получилось, как бы, меня строго не судите. Я что смог, то записал. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял, всем пока-пока.